Добрый день, дорогие друзья! Шавуатов, хорошей недели! У нас новая книга Торы, книга Шмот, новая недельная глава. Глава называется Шмот, так же, как и книга. Написано в главе Шмот вот имена сынов Израиля, пришедшие в Египет, с Яковом пришли они. Рав Ицхак Зильбер благословенной памяти рассказывает Мидраш. Он говорит, что если написано, что сыны Израиля пришли с Яковом, то кто тогда Израиль? Он говорит, это Ицхак. Если пришли с Яковом, то кто Израиль? Ицхак. И потом он задает вопрос. А откуда мы знаем, что Авраам тоже Израиль? Он говорит. Написано в книге Шмот. Время пребывания сынов Израиля в Египте 430 лет. И было по истечении 430 лет вывел Бог воинства свои, народ Израиля, из страны египетской. Если мы отнимаем от дня выхода из Египта, это год 2448, отнимаем 430 лет, у нас получается на земле один еврей. Кто это? Авраам, ему 70 лет. Он заключает с Ашемом союз между двумя половинами. Это тогда, когда они были с Лотом на разведке. Когда Всевышний сказал, что 400 лет будут угнетать твоих потомков в стране египетской. Вот так. Получается тогда единственный, кто был Израиль, это Авраам. И да, получается Авраам, Ицхак и Яков. Израиль. Вот так. В Мидраш. И написано, что в Египет спустились. Сошли в Египет. Реувен, Шимон, Леви, Игуда, Иссахар, Звулун. Дав, Нафтали, Гат и Ашер. Йосеф и Беньямин. Но мы знаем, что Йосеф был в Египте. Сыны Израиля спустились. И написано, что сыны Израиля стремительно разрастались и стали весьма сильны и многочисленны. Вот так. И написано, что умер Иосиф и все его братья, и все то поколение. До тех пор, пока жив был Иосиф, мы прекрасно жили. С нас даже налоги не брали. Когда умирает Иосиф, он умер из братьев первый, то до того, как умер Леви, последний из братьев, с нас брали налоги. Но рабами мы не были. Только после этого мы начали вести себя как египтяне, перестали соблюдать Тору и попали в рабство. Это были 116 лет рабства. И то спасибо Всевышнему он уменьшил. Он говорил 400. Но заслуги наших праотцов действительно были очень большие. И пока жил Ицхак, то ни о ком рабстве не могло быть и речи. Всевышний вообще сказал, не спускайся в Египет. Он хотел спускать, не спускайся в Египет, когда был голод. И все 180 лет Ицхак прожил в стране Израиля, в Кнаане, никуда не выходил. И потом Яков мы смотрим, он праведник, о каком рабстве могла быть речь. Когда ушел Яков, его путь продолжил Иосиф. Пока жил Иосиф праведный, ни о каком рабстве не могло быть и речи. И даже остальные братья были праведниками. А если мы отнимем
400 лет все эти годы, то останется всего 116 лет рабства. То, что Всевышний обещает, хорошее он всегда выполняет. То, что плохое, обычно он смягчает. И здесь вообще почти в 4 раза уменьшил то, что говорил плохое. Очевидно, нам нужно было через это рабство пройти. И действительно, как бы нас ни метали, мы становились многочисленным народом. Мидраш пишет, что женщины рожали по 6 детей, и все были здоровы, и все выживали. То есть были чудеса неимоверные, невзирая на наше поведение. И написано, что восстал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа. Раби Шломо Ицхак Раши, благословенной памяти, пишет, делал вид, что не знал. Потому что так просто не знать трудно себе представить, как это можно не знать. Но слово восстал. Что значит восстал? Умер фараон, допустим, воцарился другой фараон. Это мы можем понять. Но почему стоит слово восстал? Тора пишет, и восстал Каина Евеля и убил его. Есть комментарий, что это было смена власти насильственным путем. Он был из другого народа. Там была многонациональная страна Египет. Какие-то гиксосы были. В общем, восстал новый фараон, который действительно не знал Йосефа. Вот так вот. И они поняли, что сыны Израиля многочисленны и сильны. И он говорит, что случись война, что Израиль присоединится к нашим неприятелям. Давайте исхитримся и не дадим им уйти из страны. Вот. Откуда он может знать, что сыны Израиля могут победить его? А не было секретом, что Шимон и Леви, два мальчика по 13 лет, разгромили целый город, победили, убили всех мужчин, 24 тысячи. То есть он понимает, из какого народа сыны Израиля произошли. И у него есть для этого веские основания. Вот так вот. Он думает, что надо принять какие-то меры. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Михаил бен Леви, Берта бат Исраэль, Павел бен Эфим, Самуил бен Герш, Хая Малка бат Йосиф, Роза бат Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, за здоровье Светлана бат Клара, Шимон бен Исхак, Борис бен Мария, Анна бат Ривка, Полина Перл бат Соня Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен София, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Инна бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берт, Евгений бат Ита, Фира бат Анна, Геннадий бен Елена, Ольга бат Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня бат Фрида, Ида бат Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бат Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бат Берта, Ася бат Года, Марк бен Нина, Ира бат Вера, Лер бен Клара, Рафаэль бен Клара, Ханна Цепора бат Цара, Идда бен Хая Авива, Ефим бен Соня, Майя бат Фаина, Алексей бен Ольга, Мазал Парасас Гула, Ирина Батури, Арона Ри бен Ури. За хороший дух Арона Ребен, Двой, Радис бен Ахум, Авигаль Бацара, Хана Батаврагам, Рафаэль Ариолей бен Лариса. Параса и Брюд, Владимир бен Рая, Марина Батрая, Борис бен Марина. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха, Парнаса, Кавана, Мазал Тов, что мы это время не грешили, читали Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья, пусть закончится страшная война, Чурашаву Атов. До следующей встречи. Надеюсь, она состоится завтра в 15 часов. Шалом.